3000, блядь, не знаю, хватит, не хватит, посмотрим. Дон готов? Ну давай варчик, я верю в тебя. Сколько показать, я? 3100. Дон, готов, нет? Дон. Другой пол. Где стоишь, Дон? 4, 3, 2, 1. Все было хуже. На пол. Не-не, хуйня, блядь. Ну, короче, шмотки переделать. Ладно, идем по обычной тактике тогда. Будем уже пробовать. А что, складывает или что такое происходит? Складывает или что такое происходит? Что еще раз происходит? Складывает, типа, умирает? Да, просто? Да, я сразу, у меня стакнули 4 моба, сразу служило. Нужно в аренду танка купить какого-нибудь. Да нахуй, сам соберу. Просто потом приделаю шмотки и все. Шодрейнер, пойдем сегодня в башенке. Так, у меня в Т4 есть показатели, как и в Т9, какая разница мне. Только бошку можно только взять. И в башке тоже Т4 есть. О, показатель. Так, что будем травить так сейчас? Просто. Да, травим так сейчас. А кто-нибудь вообще закрывал его обычным способом? Нет. По-моему, либо не закрывать, потому что его ДПС не хватает так. Да, не хватает так. Его не закроешь, у нас еще меньше ДПС. Конечно, я тоже надо, так думаю. Надо попробовать. Давайте пробуем просто. Разочек. Так. Давайте, че на пол. Да, варчик, спорта, согласен, варчик, спорта. Это что, Берн, мне сейчас надо тебе ставить или нет, это сбивать сверху? Ну, можешь потянуть к боссу. Босс будет там считать, где он стоит сейчас. Под босса или к боссу? К правильно, блядь, в смысле, под босса или к боссу? Разница небольшая. Так, Кавараджи, готов? Секси, донт. Секунду, окно открыл, чат. Да, Дипуляй. Давай пол. 5. Так, ГГ-снип. Либо есть... Блин, вы на шахту. Сидите. Даже нет, не то мимо. Ты будешь шахтить с одного моба. Че, тянуть сферу? Да, тяни. Под босса прям. Ну ты вот, конечно, пиздато расхуярил. Она летит. Его зашаклить. Ой, блядь, нечаянно босса запугал. Заберешь. Трэш сыграли. Пала дадите потом по нему это самое. Мастан свой. Мастан дали? С него. Размораживайте этих мобов дальних. Шупашки. Сыграли. Сейчас собью у него. Законтролили. Ай-яй. Пиздец. Блять, нет, ДПС вообще капец. Не хватает, даже трэш забыть. И 80% у босса.
Ты уже водить надо? Не, хуйня. Делаем рок, короче. Буду делать, собираешь сборки дальше делать. Хотя сейчас я одену 24, попробуем. У меня там 24 показателя много еще. Ну так попробуй, посмотри вначале, что у тебя по цифрам выходит, а дальше, чтобы не думать вообще, имеет ли смысл это делать. Я просто сейчас одену штаны и башку. Я сразу теряю это самое рейтинг блокирования. В чем прикол? Че, возвращаемся в Ульдуар? Бьёрнуть или Дуар? Не только меня, Войда тоже надо будет делать. Войда в троллейд выходить, танчиться. У меня там половина шмота есть уже. У меня половина шмота надо. Это кто заказал? Ренбубер. Какой ужас. Ренбубер? А так с Войдом ходил, он там занимается извращениями. Войд что-то и не ходил. Да, он там, он только этот настропалил, чтобы ему этот офицерку дали, и все. А как обычно. Так, роли обычные... Еще раз. Еще раз пробуем. Сейчас я переодену еще две шмотки. Может, поможет. Так, сейчас у меня показатель 3500. Нормально, кстати, подросло. Это еще два камня ставить. Уже не два камня, а три камня. Это по соточке. 300 плюс дополнительно. А Скалагарна, это же мой любимый босс. Да. Короче, завтра в Ульду сходим, ребята. Нет, сначала в ВВК, ВИК обычный. Потом вторник, среда, но остается по выходные, это можно в Ульду собрать, за ИП будут собирать. Что по ВК-10? ВК-10 будет после... Завтра будет ВК-10. Либо можно сейчас это собрать. Сейчас соберем, в принципе. Вот я бы сходил бы с ВК. Так что завтра Ульда будет? Завтра ИК, послезавтра Ульда. Оу, как неожиданно Ульдуар вернулся в нашу жизнь. Охуенно, я не скажу. Будем, я предлагаю еще Нексрам, возможно. Если ЕП будут давать за Нексрам сегодня. Конечно. Конечно, блядь, это самое. Хоть волкогер, блядь, за ЕП. Мне осталось лишний осколок. Блядь, жалко голды, конечно, что сейчас потратил столько много, ну ладно. Не жалей. Насерки будут продавать эти. Так. Че, пробуем так же тебя на лужу поставить? Да, пробуем так же меня. Я сейчас 24 отдел, посмотрим, что с этого выйдет. У меня там больше блока показателя. Дайте сумон. Сумон по донту дайте. Можно тогда кольца, до колец их доходить, где эти кольца падают? С Хадира, по-моему, да? Хадира убивать, а дальше не идти, короче. Я потом перечекаю, посмотрю шмотки. В принципе, показатель блока можно камнями добить, а... если не будет хватать. Посмотрим, давайте. А где кольцо дропается, я не пойму. У нас идеально лежит. Идеально лежит. Вот чисто из-за двух дырок вот этот щит тебе надо. Да. Он мне, сука, как раз. Он мне, сука, как раз и был, блядь. Его дизнул нахуй. Блять, ты понимаешь, у меня столько шмоток было с блоками, я все подъездил просто, блять. Я не думал, что они пригодятся мне еще тут. Да, есть такое. Ой, я до сих пор шмотка несу некоторые. И сейчас, блять, просто нахуй. Может, банки валяются, посмотреть, я думаю, вряд ли. Пойди, разгребай батин гараж. Так, идеально тут. Давайте последний трай сделаем, мы убиваем бро, делаем и поначислим. Сауаря и Ивангарда Глюкана. Мы должны убить ребят, собрались. Ну чуть-чуть не хватает. 1% не нужно нажать. Все, давайте добавим пул. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Сейчас убьем, не ссыть.
Я еще как раз это самое сделаю Югу себе. Тоже бабки нужны будут. Бля, сейчас ГБ опустошу просто. Своими приветами, вот, хотелками. Блять, он тут забыл бутылку повесить, сука. Ну, пока Катя ко мне их. Что ты? Сейчас нормально, нормально, бейте. Я потащу просто. Просто переживите. Просто я тащу, смотрю. Вот у меня сейчас блока 5500, это пожим кэтринки. Это больно. Ну, у него там что-то дергается, хп, но не сказал, чтобы прям совсем пиздец. Ну, сейчас еще 4 выйдут, погоди. Ну, потому да, что... я... Это потому, что я сейчас тринки дал. Нормально, нормально, бейся. На пуль на меня дом. Да я на пуль, у меня не хватает, сука, на пулу. Блять. Вот 4 вышло сейчас. Смотрим. Нихуя себе, блядь. Ну, что это? Что-то как они быстро прыгнули. Не, нахуй ёбнули. Они же хосту стакают, когда появляются рядом друг с другом. Я как-то много собираю, тебе не кажется, я тебя в троих успеваю напуливать. Так, давай еще один трай сейчас, еще кое-что потестить надо. Последний момент. Тупо. Нет, это не убийство, просто мне тупо тест нужен. Еще один. Так давайте. Давайте просто в танка шмот оденемся, все. И фласки не надо будет перепить, чтобы Дьор потестил. Нет, фласки же уже не надо перепивать фласки. Да? Может, зорки пойдем? Ты еще зорки пойдем потом? Пойдемте кусты делать вместе со мной. Помогать будете. Куда? Мне ледяную корону делать, всего лишь там кустов 6. И все, дальше сам. Я максимум до 11 пугал смогу, башенки. Ну, давайте АСМР от наглой рожи. А от Гудлика лучше, блядь. Так вот так он, ну, он мне угрожал, что... Ну, он картошку чистит, блядь, на микрофон. Мне нагло рожа угрожал, что будет этот голосовые сообщения сексуальные присылать. Так, 3200. Ты че, сука, провоцируешь, да, блядь? Это забавный... Давайте, давайте бафайте быстрее, рыбку поставьте. Какой душный был. Зачем рыбка мы? А сервер повис, по-моему. Нет, это ты повис. Нет, это ты лагаешь. Нет. Это ты словил, да? Я здесь. Да. Вы помните, и так будет с каждым, кто будет на наглую рожу гнать. Мы ты был душным, два, стал душкой. Ну тут для. Как сказать. Для комфорта нужно два ханта мне. Два на пола. Ну, как скажете. Так что нам нужен ДК-танк. Я могу в ММ спекнуться, в целом у меня там будет готовность, чтобы два на пол в тебя отдать. Ну, чтоб дом зашел, я могу зайти. Акция один раз, сразу говорю. Ну, там, когда надо будет. Короче, не буду сферу разобрать. Давайте не надо, давайте ханта просто найдите. Мне нравится на ДК, ФК стоишь, кнопочку нажимаешь. Я спробовал. Все, готов. Да? Добьем пол. 5, 4, вы можете даже не бить босса. Давайте все на Бёрна смотреть, нахуй нам босс. Давайте все, сову, блядь. Че, уже сложило Бёрна? Все, напуливай. Все за тебя прилетит уже. Одного сбери хотя бы. Я его в цель еще выбрал. Ебать, по 4000 побил. Ну это прожал ты 3 не сейчас, да? Нет, я сейчас блок прожал. А, ну подай блок прожал. Сейчас я дал 3 не прожал. Ба, что так сильно? Вот, вот так. Ой, вот нормально. Тебе... Сколько это показать? Ой, сейчас не пробивает, если ты вот под тринькой. Ну да, значит, это мне показатель больше нужно. Ну немножко чуть-чуть блока, видишь, проходит немножко урон. Сейчас я уклон еще нажму. Напуливай. Бьёрн. Да, сейчас. Сейчас я как каплю кину, нахуй. Чекай. Оптикс. Даю тринку. Ой, ебать. Тебя убило. Ты в пиве. Бля, обожаю, блядь.
Ну, короче, вот у тебя 300, да? 3300 было. 3300, ну вот, блядь. Считай, что... Ну, видишь, смотри, я... 5700, да? 5000, надо хотя бы 5000. 5500. Я сейчас... Хотя бы 5000 сказали, можно. Ну, урон будет проходить, но не такой большой, типа. Бьёрн, я тебе сальву дал, а мне оптик сдал сальву на меня, и в итоге мы оба сдохли, бля. А, вот из-за чего вайпнулись. А ну давайте еще один трай. Давай я напал, зайду на оптик сдам сальву. Мало ли, сейчас на серьёзку воспримет Бьёрн, пиздец. Так. Все, это Рочи здесь, ну я буду и ВК десятку собирать, у желающую. Замени только еще там на что будет ЕПшка накидайте. Какая-то, то что мы там убили. Нет, надо. Донт, ты все, если ВК десятки на этом КД, да? Донт, начисли, пожалуйста, ИП. Это иду буквально так. Помнить. Теплая кожа. Ты раньше был душным, теперь стал душкой. Понял? О, сука, ушел походу, все, пиздец. А нет, нет, здесь. Наверное, зачем ты пиздишь всю хуйню? Ну, типа... Не знаю, забавный парень просто. С ним весело. Делает что-то серьезное, а там, блядь, небось, под столом валяет.